Привет, и мы продолжаем приключения нашего любимого котика Бубу. Бубу, дружище, вставай! Нас ждут великие дела. Итак, давайте-ка, друзья, первым делом отведем его в ванную комнату. Что-то он у нас совсем запачкался. Какой-то он у нас совсем грязный, хоть он и король. Ну что, Бубу, покупаемся? Нет, только в туалет. Ну давайте-ка его отведем, друзья. Пусть пока делает свои дела. Вот так, замечательно. Отлично. Ой, фу, Бубу, что ж ты делаешь? Смывать за собой нужно, вот так, еще почистить, вот, здорово, отлично, все у нас здорово получилось. Ну а теперь мы покупаем нашего котика, что-то он у нас совсем запачкался, совсем грязный, ну ничего, сейчас мы его хорошенько потрем, помоем вот так, смоем водичкой, и будет он у нас красавец хоть куда, да, вот так. И давайте-ка, друзья, посмотрим, какое у нас сегодня задание. Останови рекорд в игре Paint the Cat. Ну, попробуем. Что за игра, точно не помню, но посмотрим. Так, ну выходи пока из ванной комнаты. Давай-ка мы тебя хорошенько потрем. Вот так, да-да-да-да. Умничка, совсем вы хорошенько вытерли. Теперь почистим. Вот так, чистим. Что, ты кушать хочешь? А перед едой зубки почистить? Друзья, не хочет чистить зуб ни в какую. Вы видите, какой вредный котик. Ну, ничего. Давай посмотрим в зеркало, какой ты у нас красавец. Вот такой вот красивый король. Вот, вот, как ему нравится. Ну что, пойдем кушать? Ну пошли, пошли. Очень проголодался, хочет кушать, ничего больше не хочет знать. Хорошо, сейчас мы тебя покормим. Все будет тут чудесно, не переживай. Итак, давайте-ка дадим ему что-то мясное, нашему котику. А то не может терпеть ни в какую. Вот, давай запечем лангуста. Скушаешь, у тебя сразу же появится настроение, вот. Котики очень любят морепродукты, вот, смотрите, как здорово покушал. Ага, вот еще тебе гамбургер подогрею, что-то он какой-то холодный, невкусный. А ну-ка, да, здорово. Еще суши тебе дадим, вот, замечательно. 100% накормили нашего котика. У него уже появилось хорошее настроение. Ну что, Бубу, давай-ка мы попробуем что-то в кухне здесь поменять. Давайте-ка, друзья, попробуем что-то поменять у нас. То ли вот здесь в ванную комнату есть возможность, то ли кухню, то ли игровую комнату, то ли спальню. Так, с чего бы нам начать, друзья? Давайте-ка мы что-то неожиданное сделаем. Сейчас, давайте-ка мы переделаем нашу ванную комнату. Да. Так, давайте-ка посмотрим, какие тут есть у нас варианты. Желтая ванная, зеленая, белая, зеленая, лиловая, розовая ванная. Вот такая вот интересная. А смотрите, какая винтажная ванная, какая необычная, прикольная. Еще здесь у нас есть вот ванна в стиле барокко. Ну что я скажу, друзья, давайте-ка попробуем что-то необычное. Давайте-ка мы попробуем вот такую ванную. Вот, например, винтажная ванная. Посмотрите, как забавно. Давайте-ка купим, да. И еще попробуем умывальник тоже сделать какой-то винтажный. А ну-ка. Винтажная раковина, здорово. Посмотрите, как здорово. Еще туалет мы сделаем тоже винтажным. Полоску. Винтажный туалет. Посмотрите, друзья, как необычно. Здорово, здорово. А зеркало возможно сделать винтажным? Попробуем. Попробуем. Вот, посмотрите, какое забавное получилось. Да, отлично. Еще давайте-ка здесь в ванной комнате вот аптечку мы тоже поменяем. Так, розовую полоску, винтажные, вот так, да. Посмотрите, как забавно получилось. Мы сейчас обои еще посмотрим, какие есть здесь забавные. Розовая плитка клубничного цвета, светло-желтая плитка. Ну ничего себе, как выделяется, посмотрите, друзья. Темно-лиловая, кремо-беловая. Ну что я скажу, давайте-ка мы возьмем вот эту желтую. Посмотрите, какая яркая, красивая. Ну ничего себе. Ну и еще с плиточкой давайте-ка, друзья, что-то попробуем разобраться. Какую-то необычную, симпатичную. Светло-желтая плитка, ну уж слишком яркая.
темно-лиловая, сиренево-голубая. Ну что, неплохие есть, друзья, варианты. Но я думаю, давайте-ка оставимся вот на этой светло-желтой плитке. Смотрите, как здорово смотрится. Слишком яркая, но ничего. Итак, котик, иди посмотрим. Ну как, тебе нравится? И да, да, друзья, смотрите, мы достигли 41 уровня. И у нас награда 300 монеток и всякие интересности разблокированы. Вот, здорово. Даже домик можно, внешние приметы, желтый горошек, синий цветок. Здорово, здорово. Кто-то звонит нашему котику. Ну, конечно, очень прикольно получилось у нас ванная комната, друзья. Итак, давайте-ка мы каждый день будем менять комнаты. Завтра мы будем кухню поменяем. Ну, пока на ванне все, друзья. Итак, теперь пойдем-ка мы с вами в игровую комнату. Ой, кстати, давай, нужно вот здесь кран починить. Пока заблокируем. Давайте-ка мы, друзья, пойдем вот в игровую комнату. Кто-то никак не может дозвониться до нашего котика. Сделаем фотосессию пока немножко. Вот так. Вот. Ну, пусть вот так остается. Давайте-ка посмотрим, что это у нас за игра. Так, из... Find the cat. Ну, давайте-ка посмотрим, что это за игра. Нужно выполнить условия. Find the cat. Find the cat. Ага, вот, вот. Find the cat. Вот такая вот необычная игра. Смысл просто перекрашивать. Ну, как-то немножко глуповато. Вот так, ну как-то. Вот. Еще вот так. Вот. Это что, на время нужно? Так, ну как-то вот так, друзья. Наверное, выполнили мы условия или не выполнили. А возможно, там нужно было до какого-то уровня дойти. Установи рекорд в игре Paint the Cat. А какой у нас рекорд? Ну, давайте попробуем еще раз сыграть. Paint the Cat. Я не совсем понял, как... Оно зарисовывается вот так, наверное. Вот так. Вот так, да. Вот так. Вот так, вот так, вот так. Ой. Ну, что-то не сработало. Вот. Вот так как-то. Ну, совсем непонятно, друзья, как оно срабатывает, бывает. То есть, когда разные цвета, что-то не совсем понятная игра. Ну, пока на этом, друзья, мы закончим. Да, выходим из игры. Давайте-ка мы лучше пойдем погуляем по улице. Да, котик, пойдем погуляем. И настроение немножко улучшим нашему котику. Так. Не могу налюбоваться на нашу ванную, которую мы сделали ремонт для нашего котика. Очень красиво, очень здорово получилось. Ну а сейчас давайте-ка, друзья, перекрасим нашу машинку. Так, это что-то мы не туда зашли. Вот. Вот, давайте-ка перекрасим нашу машинку. Сделаем яркую красную вот так. Еще, кстати, домик можем перекрасить. Давайте-ка посмотрим, какие варианты. Давайте-ка мы сделаем его какой-то необычный. Так, желтый, красный, розовый нет. Синий, возможно. Зеленый, белый. Давайте-ка мы сделаем его синим. Вот так. Да, здорово. Так, а крышу оставим вот так. Розовая, рыжая, зеленая, синяя. А давайте-ка... И крышу синий сделаем. Вот, смотрите, какой забавный у нас домик получился. Синяя кромка, лиловая кромка, розовая кромка. Ну что, скажу, необычно, конечно. Вот такой вот интересные кромки у нас. Давайте-ка мы фиолетовую купим. Да, вот, вот так здорово у нас получилось. Давайте-ка пока закроем. И... Поедем с нашим котиком путешествовать. Возможно, получится побить рекорд в сегодняшней игре. Так, красная машина, розовая шерстка. Итак, вперед, котик. Поедем.
Будем собирать монетки, канистры с топливом. Возможно, сегодня у нашего котика появится шанс побить рекорд. Ой-ой-ой, только не будем слишком убыстряться, чтобы не попасть в аварию. Аккуратненько будем ехать. Вот так, да. Вот здорово, отлично. Итак, прыжок. Еще вот так. Вот-вот. Аккуратно, аккуратно. Аккуратненько, аккуратненько, Бубу. Давай-давай, вперед, поехали. Осторожно, камни. Вот так, здорово, топливо, молодец. И еще вот так, очень хорошо, замечательно. Да, получилось, вот-вот, очень здорово. Отлично, итак, едем дальше, прыжок. Продолжаем, продолжаем, продолжаем. Ой, вы видели, как камень перебросил нашу машинку? То есть, как-то инерция сработала не так, и машинка чуть не перекинулась. Итак, вперед, друзья, вот-вот-вот, здорово у нас получается, отлично. Едем, 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 замечательно. Вот так, прыжок, берем топливо и двигаемся дальше. Вот, ну ничего себе, какие прыжки. Отлично, еще вот так, очень замечательно у нас получилось. Ого, это было что-то невероятное, как высоту подпрыгнула наша машинка. И мы движемся дальше. Отлично, друзья, вперед, 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 вот так. Да, замечательно, очень хорошо. Вот, молодец, 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 давай, давай, Бобо, вот так. Отлично, отлично. Итак, собираем топливо. Прыжок, замечательно. Вот, вот, получилось у нас. Друзья, вот так прыжок. Едем, едем, едем. Отлично. Собираем звездочки. Хорошо. Уже у нас очень хороший результат. Более 1000 уровень собрали. Отлично, отлично. Едем, едем, едем. Вот так, осторожненько. Бубу, осторожненько. Вот, да. И прыжок. Отлично. Перепрыгнули через пропасть. Очень здорово у нас все получилось. Ой-ой-ой-ой-ой. Только вот. Фух. Это было страшновато. Ой-ой-ой-ой. Да, еще куча камней, которые мешают двигаться нашей машинке. Но хорошо. Так. Вот. Отлично. Ничего себе. Вы видели, какая была пропасть. Чудом перепрыгнули. Здорово. Отлично, друзья, все у нас получилось, замечательно. Итак, движемся дальше, движемся аккуратненько. Бубу, давай, 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 нужна скорость. Ой, ай-яй-яй, друзья, ну вот. Вот так как-то получилось, слишком уж крутые горы были. Ну, ничего, очень здорово поиграли, очень хороший результат. Итак, двигаемся дальше, давайте-ка пройдемся, соберем урожай, который у нас закопился. За ночь вот так. Посадим здесь малинку, а здесь посадим вишни. Отлично. Молодец, котик любит собирать урожай. Вот, посадим здесь цветную капусту. Тыквы еще не созрели. Коровка приносит доход нашему котику, дает молочко. А здесь у нас тоже еще ничего не созрело. Идем себе дальше гулять. Гуляем, гуляем, гуляем. Через лес идем. Вот, проходим возле мышонка, не хочет он с нашим котиком дружить, не будем мы с ним здороваться, заходи в гости, а пойдем в сырный город зайдем. Да, зайдем мы, друзья, в сырный город, половим немножко мышей, вот так. Посмотрим, наш котик немножко их погоняет. Вот так, попробуем в этой игре побить рекорд сегодня, друзья. Вот так, замечательно, еще вот так, очень хорошо. Отлично. И еще вот так. Ой-ой-ой-ой. Это надо было делать осторожнее. Вот, замечательно. Хорошо. И вот так. Здорово. Отлично. Ай-яй-яй-яй-яй. Немножко поспешил. Хорошо. И еще вот так. Замечательно. Движемся. Ох, какая у нас гора получилась. Вот такая вот мышиный город из сырных кусочков. Очень забавно. Попробуем, друзья, сегодня побить рекорд. Ай-яй-яй, кусочек обрезали. И еще кусок. Ну ничего, движемся пока дальше. Хорошо, отлично. И еще вот так. Да, замечательно, замечательно, друзья. Очень у нас здорово все получается. Ай-яй-яй-яй-яй. Немножко... Быстро уехал кусочек. Вот так. Вот. Вот. Так.
И, к сожалению, вот так. Второе сердце. Ой-ой-ой. Ну, вот такой вот результат, как бы, друзья. Неплохой результат, но, к сожалению, рекорд не побит. Так, итак, возвращаемся к нашему котику. Давайте-ка еще мы немножко погуляем с нашим котиком. Вот такой вот замечательный костюм короля мы купили нашему котику в прошлой части. Ну, а сегодня еще что-то интересное ему купим. Только зайдем в гости к какому-то другу нашего котика. Вот давайте-ка зайдем в этот голубой домик. Ой, посмотрите, какой забавный здесь котик Шериф. В такой интересной пижамке. Здорово, здорово. И еще ничего нет вкусненького, чтобы угостил нашего котика. Значит, пойдем к другому другу. Ох, ничего себе, посмотрите, какой забавный котик в костюме Супермена. Ничего себе, но почему-то в женской шапочке. Здорово. А этот король в спортивном костюме очень тоже забавно, друзья. Так, давайте-ка дальше посмотрим, какой у нас появится котик. А это котик в форме пирата. Тоже здорово. Но нет, конечно, нечем угостить нашего котика. Так, пойдем, значит, к другому в гости. Вот, а вот посмотрите, какой забавный симпатяшка розовый котик. И в холодильнике тоже ничего нету, чем угостить нашего котика. Ну тогда пока-пока. Пойдем в гости к другому котику, у кого нет, есть что-то вкусненького. Вот, такой вот интересный котик в футболочке с галстуком. И у него тоже ничего вкусненького не нашлось для нашего котика. Очень печально. Ну, значит, пойдем к следующему другу. Так, множество друзей. И что-то ничего, никого нет, чтобы перекусить нашему котику. Никакой вкусняшки. Ну, тогда пойдем домой, бабу. Пойдем домой. Пока-пока. Очень забавный котик. Шерстки сиамского кота. Пойдем мы, бабо, с тобой домой и что-то дома перекусим, хорошо? Только сходим вот сюда. Так, ну что, друзья, давайте-ка переоденем нашего котика и что-то интересное мы ему подберем. Давайте-ка мы, друзья, вот зайдем в гардероб. Давайте купим ему какой-то сегодня необычный костюм. Кстати, что там новенького открылось? Ага, вот, открылась вот такая белая бабочка. Ну, это не совсем нам интересно. Вот, давайте-ка мы пока, друзья, подберем еще ему какую-то одежку. Так, чтобы тебе подобрать необычные сегодня, давайте-ка мы нашего Бубу сделаем сегодня супергероем. Вот, давайте-ка купим вот эту форму, посмотрите, как здорово. Еще на головку что-то купим, или оставить корону. Друзья, как вы думаете, оставить лучше корону или пусть будет в костюме супергероя? Так, а ну-ка давайте-ка посмотрим. Есть вот такая синяя, есть красная, есть зеленая, есть черная. Есть шлем викинга. Вот, смотрите, здорово, как классно выглядит. Давайте-ка купим вот этот шлем викинга. Еще попробуем, какой шерстке это все лучше подойдет. Рыжая. Серая, сиамская. Вот, вот так, здорово. Слушайте, мне что-то рыженькое наиболее понравилось. Давайте-ка мы, наверное, друзья, действительно остановимся на рыжей шерстке. Вот, смотрите, как здорово. Так. Ой, как здорово, какой прикольный у нас получился котик Бобо. Давайте-ка лучше рассмотрим. Очень забавно, очень забавно. Давайте-ка мы еще с ним выйдем на улицу. Прогуляемся немножко. Ой-ой-ой, посмотрите, как забавно получилось. Очень прикольный, очень необычный Бобо у нас получился. Даже можно... Это ж котик викинг. Давайте поэтому его сейчас посадим на лодочку. Вот. Ну, настоящий котик викинг. Вот. Викинги, они любили плавать на лодках. Вот так. Да-да-да, молодец котик. Давайте-ка мы его еще вот так сделаем. Вот так. Да-да-да-да-да-да-да. Вот. Ну, раз ты у нас викинг и любишь плавать, тогда поплавай за жемчужинами, за сокровищами. Вот. Отправим ему в путешествие морское на дно. Пусть собирает сокровища. Ай-яй-яй. Осторожно, 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 осторожно. Вы видели, какая была вредная морская рыба?
глубоководные, тут чуть не скушала нашего котика, вовремя убежали. Хорошо, ныряем вот здесь, очень осторожненько. Надеемся, что ушла уже эта вредная глубоководная. А, я вот и поймала нашего котика. Ну, не обидно ли? Ну, давайте-ка еще раз сыграем. Поджидала нашего котика. Тогда поплывем и под углом. Будем надеяться, что больше не будет рыб. Вот, здорово. Смотрите, как здорово нырнули. Сразу сокровища нашли. И множество жемчужин, и золотые, и обычные. Ну, ничего себе, как... Какое хорошее получилось у нас такое глубоководное погружение. Вот, здорово. Вдохнули кислородом, и опять можно нырнуть и пособирать сокровища, которые таятся на дне. Ай-яй-яй, ну, опять нас поймала эта вредная глубоководная рыба. Ну, что я скажу. Очень здорово получилось нашему тому викингу. Да, будем считать, что это наш котик-викинг. Котик Бубу наш викинг. Вот так он здорово катается на лодке. Вот, посмотрите. Отлично. Ну, всему приходит конец. Поплавал, покупался, понаходил сокровища, а теперь пора и домой идти. И улаживаться спать. И на этом, друзья, мы будем прощаться. Итак, улаживаем нашего любимца викинга спать. Ну, конечно, что за викинг без дракона? Поэтому давайте-ка мы дадим ему дракона. Вот так. Вот. И будет спать у нас дракон. Итак, друзья, всем пока-пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ожидайте новых серий. Всем пока!